Вчера, 7 февраля, регион находился под властью активного западного циклона. В городе выпало 10 сантиметров снега, чуть больше декадной нормы. Начиная с 1 января 2019 года, у нас также отмечался 4-5 января снегопад. Это вот как раз-таки приравнивается конкретно к сегодня, ко вчерашнему снегопаду. То есть у нас в прошлый раз с 4-5 выпало такое количество осадков за 2 дня, а в этот раз выпало за 1 день такое количество осадков. Сегодня, по сообщениям администрации, в областном центре и пригородных зонах работают 75 единиц техники. Особое внимание – главным магистралям. В работах задействованы снегопогрузчик, грейдер, 3 трактора и 10 КАМАЗов. Тем не менее, ситуация по городу оставляет желать лучшего. Движение затруднено на второстепенных дорогах, выездах со дворов и частном секторе. Сегодня пока выходит 75 единиц техники, будем увеличивать. Это продолжение вывоза снега, вот с пересечек вывозить снег, очистка тротуаров, очистка путепровода, потому что вчера буквально вот Минаева убрали путепровод. Сегодня после прохода комплексов приходится повторно мосты очистить, убирать. И, конечно же, тротуарную часть будем чистить и вывозить снег. На пешеходных зонах работают дворники. Всего около 890 человек. На очистку кровель многоквартирных домов будут направлены альпинисты и 8 автовышек. Работу осложняют припаркованные во дворах машины, поэтому график уборки был смещен на дневное время, когда большинство автолюбителей отправилось на работу. Основные проблемы, с которыми столкнулись при очистке придомовых территорий, это наличие автотранспорта. То есть припаркован автотранспорт, поэтому ряд управляющих компаний был смещен график очистки придомовых территорий на, скажем, 7:00, когда более-менее уже придомовые территории были освобождены от автотранспорта. В городском контакт-центре продолжает работу горячая линия, по которой ульяновцы могут сообщить об участках дорог, требующих уборки. Телефон 73-79-11. По информации синоптиков, осадки ожидаются в воскресенье и понедельник. Дневная температура воздуха не будет превышать 8 градусов со знаком минус. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.